Ну и еще одни дебютанты европейского первенства – Шир Ячилов, Вадим Давидович. Разные были у Израиля танцевальные дуэты. Самый яркий, конечно, Галит Хайт, Сергей Сахновский. Потом были брат и сестра Зарецкие. Да. С тех пор сильных дуэтов не было. Как в первых твизах влево. Так и есть. Третий уровень у девушки, четвертый уровень у партнера по твизу. Как будто ребята вышли не на танец, а на работу. Да, вот особенно это ярко чувствовалось после предыдущих трех дуэтов, которые, ну вот действительно, это высокий уровень. Которые скользили, high level. Летали до льдом, а здесь, да, оказалась вот такая вот работа, зная Галича, и как она работает, как она отдается работе. Ребята пока, видимо, еще не совсем переняли тот момент, что это не просто работа.